Всех приветствую, с вами Неллис, и в этом видео хотел бы извиниться перед вами, потому что в последнее время я не знаю, что снимать, потому как сейчас хороших новостей нету, так же, как и у меня новых идей для креатор-школы. И из-за того, что я выпускаю 2 видео в неделю, я все-таки попробовал заснять уровни от подписчиков. Но, как я и говорил, у меня возникли некоторые проблемы, и с этим связаны мои характеристики ПК. Потому что часто при записи фризится и немного сбивается запись звука, а через 10 минут он вообще на несколько секунд отстает. И вообще сейчас уровни от подписчиков делает каждый второй ютубер по ГД, и поэтому большого профита у меня от этого не будет. Для тех, кто не поняли, чего я хочу, объясню. На данный момент всякие туториалы и новости намного лучше заходят, чем всякие заезженные темы, и поэтому профит для моего канала будет почти нулевой. Но серьезно, сейчас снимать прохождение каких-то уровней с такой небольшой аудиторией все равно, что снимать летсплей по Майнкрафту и пытаться подняться. И к тому, что сейчас либо что-то устарело, либо имеет очень большую конкуренцию. Поэтому в большинстве случаев так сложно подняться. А вот как раз на том, что имеет большой спрос, можно неплохо набрать подписчикам, которым будет интересно меня смотреть. Например, какие-то новости. Но поскольку в Geometry Dash за неделю почти ничего не происходит, нужно либо пилить видео на все подряд, либо снимать реже, но на какие-то интересные темы. И вот как раз я сейчас планирую немного отдохнуть. Точную дату я, конечно, не поставлю, но это будет не больше недели. Зато вернусь с новой рубрикой, которая еще не была на каналах ГД. Спойлерить пока что не буду, скоро вы сами все увидите. Стримить я буду по желанию, так что посещайте мой канал, там будет показана запланирована ли трансляция. В общем, ждите моего скорого прихода, ну а пока что можете поспрашивать, что вам непонятно в редакторе, потому что следующее видео я буду отвечать на ваши вопросы. Ставьте лайки, если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал. С вами был Неллис, всем пока.